Телепроект «Один день» посвящен сотрудникам спецподразделения УФСИН. Авторы программы с утра до вечера наблюдали за работой личного состава, узнали о сложностях службы, выяснили, чем занимаются бойцы спецподразделений вне рабочего времени. За проделанную работу съемочная группа ОРТ получает благодарность. Вторая награда Оренбургскому региональному телевидению присвоена за проект «Начинаем следствие». Он посвящен теме экстремизма и терроризма. Авторы встречались с заключенными, отбывающими наказание под данной категорией уголовных дел. Откровенный разговор с теми, кто перешел черту закона, отметили на региональном уровне. Журналист и оператор также получают грамоты. На сцену поднимаются и действующие сотрудники ФСИН. Их награждают за особые заслуги в службе. Торжественная церемония приурочена к профессиональному празднику. В управлении отметили, что число осужденных в целом по России, а также в нашем регионе, сокращается. Это связывают с гуманизацией уголовного законодательства. Очень много, скажем так, видов наказаний выведено из, ну, скажем, декриминализировано. Плюс очень много наказаний даются, не связанные с лишением свободы. То есть это, скажем так, обязательная работа, исправительная работа и так далее.